Зенитный ракетный комплекс Sky Saber создан с использованием технологий израильского ЗРК «Железный купол». В состав комплекса входят пусковая установка на базе грузовика МАН с 12 зенитными управляемыми ракетами КАМ, радиолокационная станция целеуказания «Жираф» шведской фирмы Saab, а также радиоэлектронного оборудования управления израильской фирмы «Рафаэль». Дальность обнаружения РЛС до 120 км в секторе 360 градусов. Минимальная дальность стрельбы ЗРК менее 1 км, а максимальная 25 км. Максимальная скорость поражаемой цели около 3500 км/ч. Масса одной ракеты всего 100 кг. Ракета оснащена комбинированным наведением, радиокомандная на начальном участке полета и активная радиолокационная на конечном.